Всем привет! Сейчас я вам расскажу и покажу еще одну интересную монету. Это 1 рупия 1910 года Германской Восточной Африки. Монета отчеканена в серебре. Гурт монеты рубчатый. На аверсе монеты номинал 1 рупия. Надпись Германская Восточная Африка, Deutsch Ostafrika. На реверсе монеты изображен император Германской империи Вильгельм II в шлеме. Германская Восточная Африка – это территории современных африканских государств Танзании, Руанды и Бурунди. В те времена это была территория колониальная, немецкие колонии в Африке. Монеты чеканились довольно-таки недолгий период, потому что в 1914 году Германская империя вступила в Первую мировую войну, и в 1919 году эти территории колониальные были поделены между Францией и Британией. Поэтому в 1919 году колония прекратила свое существование. Очень интересная монета. Посмотрите на ее профиль. Надеюсь, вам понравилась монета. В описании к видео вы найдете сайт, ссылку на мой сайт, где можно посмотреть другую информацию о монетах, наградах, документах и другом коллекционном материале. Большое всем спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Приятного всем дня.